Приветствую, выживший! Рад видеть тебя в нашем убежище. Совсем недавно я полностью сменил оформление канала. И для того, чтобы сделать шапку, я запилил вот такую вот самоделку. Работал я над ней довольно долго, поэтому она получилась очень даже детализированной, и думаю, это будет не стыдно показать вам. Хотя, опять-таки, полноценной самоделкой, которую можно просто поставить на полочку и любоваться, я бы не назвал, как минимум из-за вот всех этих косяков. Эта постройка олицетворяет собой название канала. Если быть проще, то это бункер. Ну что же, начнем. По бокам установлено два генератора конусообразной формы, которые подключены к трубам на стенах и питают весь наш бункер. К левому подключен рабочий терминал, с которого осуществляется управление всем комплексом. А рядом стоят две колбы с какой-то инородной жидкостью, а также счетчик. Освещение, кстати, тоже никто не отменял. На стену я повесил карту из метро 2033, а также прикрепил бампер от автомобиля, предупреждающего о красах. На полу из двух слоев пластин кто-то обронил рацию и фонарик. За правым генератором припрятано два ящика с оружием, на случай, если придется выходить на поверхность. На самом же генераторе установлена еще одна банка с неизвестной жидкостью, а также какой-то измерительный прибор. Сверху приделан прожектор, на этот раз уже на более проржавевшей основе. И присоединено это все вот такой вот желтой трубкой. На этот раз на полу валяется уже не рация, а целый шлем с прибором ночного видения. И рядом с ним несколько катушек видеопленки. Кстати, чуть не забыл о трубе на стене, измазанной в крови. Возможно, здесь происходила небольшая бойня. Ну и наконец, по серой дорожке мы прибредаем к загерметизированной двери. На эту дверь я нацепил довольно много деталей, чтобы она смотрелась более массивно. А посередине прикрепил детальку вентиля или руля, называйте как вам удобно. Так как самоделка полностью декоративная, то дверь не открывается. Она прикреплена на детали со штифтами по бокам. Вот такая вот экскурсия по убежищу у нас получилась. Кстати, фотографии из начала данного обзора я отредактировал в программе Polar на macOS. В принципе, используя стандартные эффекты, такие как наложение, радиальная маска и коррекция цвета. Ну что ж, присоединяйтесь к нашему убежищу, комментируйте, ставьте лайки и пока!